Я так давно здесь не была. Так захотелось картошку фри. Очень захотелось. Не знаю, может быть, не съем целую порцию. Взяла тост. Ну, хлеб приносит, как обычно. Овощи, как обычно. И еще айран. Я буду сейчас кушать. О, как же я хочу картошечку. Приятного аппетита всем. Наплавала аппетит. Все равно нужно было сюда зайти, чтобы отдать корм для попугаев, который Наташа оставила мне, чтобы я передала. Отдала корм Лукумчику. Сейчас сижу, жру. Тост вкуснейший. Муж хозяйки. Как я люблю это место. Как я люблю это место. Вкусно, недорого. В центре города. Мне все попутно. Даже крюк не надо делать. Приятного аппетита. Тостик. Наслаждение. Самая простая еда. Она всегда самая вкусная. Здесь такой пенечек. Я в раю. Еще айранчика хлебну. Там были маленькие стакашки, но я большой. Я большой, я большой, я большой. Чуть не упал парень-то. Вилку, конечно же, дали. Ну, кажется, вилка неудобно, нет? Объедение. Скоро деньги поменяю. И дома приду, буду готовить говядину. Посмотрела у Лены стори. Они там на пляже тоже картофель заказали, картошку такую же фри. Я не смогла удержаться. Я могла. Взять просто тост, думаю про себя. Нет. Тоже картошку надо. Качественные продукты. У них всегда качественный товар. Очень вкусно. Особенно, когда в море наплаваешься. Вообще. Вообще замечательно. Вообще не помню, когда я ела жареную картошку. Я же купила грибы. Из-за расчета того, чтобы пожарить. Картошечку так и не пожарила. Мне охота пиздекаться вообще. Завтра мы поедем на Дим чай. Там буду валяться на диванах и жрать. Купальник достала. Повесила сюда.
чтобы подсох. Не совсем подсох, когда на мне был. Во все сухое переоделась. Великолепно. Люблю вас, целую, обнимаю. Буду есть. Как каждая каша, каждая картошечка прожаренная. Ну да, интересно, смогу вас поставить на стол. Вот так вот. Прикиньте, смогла? Смогла. Можно и с вами болтать. И... Спасибо, снимаю снизу. Телефон стоит на столе, на камере. Вот так вот облокочен. На хлебушек, на хлебницу. Пожрать я люблю. Очень. Вилочка. Не очень-то и берется, но вилочку. Это что-то с чем-то. Картошечку пожарьте себе на вечер. Как вкусно вам будет. Или на обед. Она такая нежная. Мазик. Я дома? Нет, ни кетчупа, ни майонеза. Вот здесь поем, и не хватает. Домой такой не беру. Я прям отвела душу. Прям поела. Вкусно. Объедение. Yeah.
Без подготовки получился мукбанг. Все. Пока. Приятного аппетита всем, кто кушал со мной.